В этом видео мы рассмотрим 4 различные сумки фирм Trixie и Crocky. Первая сумка King of Dogs – самая маленькая по размеру из представленных. По бокам сумки расположены фирменные нашивки. Сделана переноска из ткани, которая напоминает мебельную. Открывается сумка сверху с помощью змейки. В этой сумке дно цельное. Как и во всех других, есть карабин для пристегивания. Вторая сумка в данном видео – сумка Vincent. Уже больше по размеру, чем первая. Так же, как и в первой, отсек, где расположена голова животного, не закрывается с помощью сетки. Между ручками есть удобный фиксатор на липучке. С одной стороны сумки расположен маленький удобный карман на змейке. Открывается сумка сверху с помощью змейки. Как и в первой сумке, дно в этой литое. Есть карабин для пристегивания. Третья сумка Хейли – самая большая по размеру сумка, представленная в данном видео. Сделана она из плотной ткани, которая напоминает мебельную рогожку. В этой сумке, в отличие от тех, что мы рассматривали ранее, отсек, где расположена голова животного, может закрываться с помощью сетки. По обоим бокам сумки расположены удобные большие карманы. Между ручками есть удобный фиксатор на липучке. Сумка, как и предыдущие, открывается сверху, но в отличие от остальных, в ней есть съемное дно. Карабин для пристегивания. Последняя сумка Хейли напоминает предыдущую. Они похожи по размеру и стилистике. Так же, как в первых двух сумках, отсек для головы не застегивается на сетку. В отличие от остальных, здесь присутствуют регуляторы длины ручек. С одной стороны есть удобный карман на змейке. Так же, как и в третьей, здесь съемное дно. Карабин для пристегивания.